Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Валерия. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он доверит, он на ноги показывает. У него сверху светлая энергия, а ноги по колено, как в грязи в какой-то черной. Угу. Мы видим перед сканированием. Да. Я даю команду на счет 3. Валерию включая внутренний белый свет. 1, 2, 3. На счет 3 Валерий выдавливает силой своего намерения всю эту черную энергию, которая находится в его ногах и в его биополе. Пошел свет. Свет выдавливает эту энергию. Она формируется в шар. Она не в шар, она больше на воронку похожа. Хорошо. Отправляю эту воронку в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Валерия под ногами. 360 градусов вокруг него. Притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Валерия. Находит все. У него 2 канала. 2 канала. Хорошо. Значит, у него вверху в плече торчит, как, ну, я бы сказала, арбалета стрела. Левое плечо, да? Да. Стрела в нем, она торчит. Хорошо. И она как раскрылась внутри, держится. Хорошо. Я даю команду. Сканер сканирует эту ситуацию, сканирует эту стрелу. Безболезненно вытаскивает, удаляет из всех 7 тонких тел эту стрелу. Она выходит за пределы биополей Валерия и отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Вот из этой стрелы. Да. Она продолжается веревкой. И за эту веревку кто-то дергал эту стрелу. Я выстраиваю канал к ответственному и притягиваю в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Стоит в клетке тюрьмы. Ну, гуманоид это. Хорошо. Любитель пострелять? Гуманоид. А у него в руках вот этот как арбалет. И арбалет уходит в соседнюю клетку. Он смеется. Выстраиваю канал. Снимается все маски, голограммы. Гуманоид пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Изменился? Гуманоид. Он просто стал выше. Выстраиваю канал, если кто-то с ним связан, притягиваю ответственных в клетку-тюрьму. Нет, он говорит, зачем мне с кем-то связываться. Кто ты такой и откуда ты? Охотник за такими, как он, обнажающими энергии. Вот как. Это первая часть вопроса была. Вторая часть вопроса, откуда ты? Орион. Третий вопрос. В чем причина твоего смеха? Оружие. Я вижу, ты тоже любишь оружие. Не повторить свой вопрос? Я его не только люблю, я его умею применять. И уже стою вот-вот в шаге от того, чтобы его применить. И посмотреть на потом на твое выражение лица. Поэтому я спрашиваю. Причина моего смеха в том, что ты перенес оружие. В моем представлении ты хотел бы применить его для себя. В дальнейшем сканировать и иметь такое же экзотическое оружие. У меня нет такой необходимости. У меня оно более серьезное оружие, чем у тебя. Если мне какого-то оружия не хватает, я могу его получить в определенных структурах. Но я не собирался вообще с тобой мериться своим или твоим оружием. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе? Давай начнем с этого. 12 дней как подстрелил. Где ты его подстрелил? Как это происходило? Покажи эту ситуацию. Ты зашел в его комнату или он ты его в астрале поймал? Поймал в астрале. Сейчас ну, объясню, как. Объясни, да. Ты объясняй так, с таким уклоном, чтобы он понял, как защищаться от таких ситуаций. Он выходит в астрал с защитой. Да. Но отключается и попадает в глубокую медитацию. Это то, что вы называете сном. И да. Там его защита не работает. А энергия остается яркими. Хорошо. Какие существуют варианты защиты в состоянии, я полагаю, ты о дельте говоришь сейчас, да? Когда вибрации где-то... Это вот... то, где вы не можете контролировать. Там, где мы не можем контролировать себя. Хорошо. И как решить эту ситуацию, если решение? Не может быть такое, что мы для тебя такая легкая добыча, все люди на Земле. Потому что ни один человек, я не знаю, кто в состоянии, в этом состоянии может контролировать свои защиты. Я пытаюсь, там Вера пытается, но за других я не знаю вообще. Проговаривать, что именно? Вас же защита. Ну хорошо,
принципе, для меня здесь все понятно. Мы называем это глубина. Вы проваливаетесь в глубину, и здесь вы легкая добыча. И у нас есть доступ, потому что там мы не видим ваших защит, а значит, мы не нарушаем законов. Скажи, а ты встречал уже человеческие души, которые имели такие защиты, о которых ты сейчас говорил? Да, встречал. Так ваше слово имеет силу, но вы об этом забываете, не проговаривая или ставя неправильные установки. Понятно. Хорошо, еще один вопрос насчет этой стрелы. Ты ее установил, ты в него попал. Какая цель этой стрелы? Она была связана с тобой? Отток энергии? Оттащить к себе. А дальше? Откуда? Из матрицы? Ты его куда ты хотел подтащить его? Попадая в глубину, он попадает ко мне. Ах, вот как. А какие последствия? Для него отток энергии, а в дальнейшем установка на все тело и контроль. У нас тут небольшой град, но это не страшно. Вера, посмотри, пожалуйста, кто у нас второй канал еще? Демон. Это его воронка была, да, демон? 18 герц. Ух ты! Это не воронка, это мешок. Демон. А как он такой честью удостоился 18-герцового иметь в своем биополе? И мешок твой еще. Как это вообще мне представить? Что там такое было? Я что, контракт с ним? Просто серьезные вещи я вижу. Нету контракта. Установил мешок. Установил в доме. В доме? В его комнате? Нет, в доме. Понятно. Он в этот мешок зашел случайно или ты его караулил? Я ловушку установил. Кто первый попал, тот и попался. Понятно. И сколько же у него было герц, когда ты его словил? Если ты 18-герцовый, по краям там у вас-то сильнее, наверное, под 20 было, да? 22? У него было 15. 15. Понятно. Но добыча мне понравилась. А почему? Объясни, такая легкая добыча он для тебя стал. Что там такое, что тебя притянуло? Там у тебя должна быть чистота у него, которая тебя притягивает. Или это был просто захват, несанкционированный, просто по беспределу, или как мне это понимать, демон? Ты знаешь, он показывает дом, и там много-много серости. И душ, которые передвигаются и заполнены уже переселенцами. И, в принципе, ловушка была на них. Поэтому он говорит, что такую добычу он не ожидал. Понятно, понятно. Но мне тоже ничего не могу ему сказать. Мне просто интересно, как ты смог удержаться так долго. Сколько ты находился в его биополе с этим мешком-то? Да недолго, 5 дней. 5 дней. А что, он ничего вообще не мог сделать, как-то тебя скинуть? У него нет такой возможности или как? Вроде у него определенные знания уже есть какие-то, или он не демонстрировал их? Или тебя не впечатлили, я не понимаю. Я хочу понять ситуацию. Он показывает, что с утра наполняется энергиями, а к вечеру выжатый, как лимон. А вечером он не выдавливает разве негатив из себя, если он выжатый, как лимон? Это усталость. Понятно. Значит, ты практически на усталость зашел, не на какую-то черту характера, не на какой-то грешок. Я не зашел, он попал в мой капкан. Ну, понятно, хорошо. Понизив вибрации от усталости. Вот так это все действует. Хорошо, я тоже ничего не могу ему сказать. Человек вступил в воронку. Так, давай сделаем так, Вера. Демон, что у тебя осталось в его биополе? Еще, посмотри. Энергии воронки. Все энергии воронки. Хорошо. Гуманоид, а за 12 дней что ты там в этой стреле твоей? Выстраиваю канал от Валерия к этой стреле 1, 2, 3. И реверсом отдаю весь негатив от Валерия в стрелу назад. Вся боль, все, что он получил от нее, возвращается назад мощным потоком. Так это гарпун. Он показывает, что сперва этот гарпун пробивал тонкие тела, и потом только зашел на физическое. Ну так всегда идет, все верно. Пробивается сначала тонкие тела, потом все переходит на физику. Закрепился хорошо, и вот отсюда он его уже мог оттягивать к себе. Еще хорошо он вовремя обратился к нам. Иначе я не знаю, он смог бы тебе противостоять вообще после этого поражения твоим гарпуном? А я же сказала, видя его защиту, мы бы убрались. Но в глубине, как мы это называем, ваших защит не видно. Поэтому у нас есть доступ. Скажи, у вас есть... Не нарушая законов. А у вас есть это состояние глубины тоже? У тебя же тоже биоробот находится где-то? Есть, лежит? Но не для вас, для более других цивилизаций. Ага. У нас другие защиты. Ну, понятно. Каждого
заточена под его. Хорошо, вернулась там все, Вера? Вернулась. Установили фильтры золотой сеточкой и в порядке реверса забирая все чистые, светлые, божественные энергии, возвращается мощным потоком назад. Все свои энергии. А мы еще не отдавали энергии никому. Только стреле. Только стреле. А я и хотел только стреле отдать. Хорошо. Там и было только стреле. Сеточки стоят. Сеточки. Хорошо. И реверсом забираю все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него взяли. До последнего микрона возвращается назад. Все назад по праву. Посмотри, от гуманоида возвращаются его мысли. Ах, он мысли его воровал, да? Такой светлый поток. Но не воровал, изучал. Изучал. Мысли, идеи. То есть это третий глаз и корона, верхняя чакра фиолетовая. А ты что-нибудь транслировал ему? Какие-то идеи? Нет, пока только изучал он. А, только пассивно смотрел, понятно. Он говорит, что ему не интересны энергии как таковые, то есть просто воровство энергии. Ему интересно изучить объект и слепить из него. Копию? Нет, именно из него слепить то, что можно использовать на основании его знаний. И развитие. Но ты имеешь в виду копию его сделать, а не его самого сделать. Из этого все, что ты... Нет, он имеет в виду, что установка в дальнейшем конструкции, и эта конструкция будет контролировать. Ах, вот как. И управлять им на основании его развития и знаний. Понятно, понятно. Но это, использовать, конечно... в своих целях на Земле. Ну, у вас есть свои цели на Земле, я знаю. И какую роль ты хотел бы ему предоставить? Пока изучаю. Понятно. Хорошо. Закончился реверс, Вера? Сейчас, секунду. А в ногах вот эта воронка. Да. Она его двигаться заставляла. Вот он ноги поднимает вверх. Понятно. Ну, такой ее принцип работы. Не может на месте быть. Поднимает ноги вверх, суетится. Вернулась все ему, да. Хорошо. Я даю команду Валерию на счет 3 сделать импульс высокого вибрационного шока удара и отключить все каналы от себя. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Давай его сейчас заправим сразу энергией. Посмотри, сколько энергии нужно Валерию, какая частота вибрации. 320 и 28. На счет 3 макушку головы Валерия начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, здесь мы закончили. Будем отпускать демона. Демон готов уходить? Да, готов. Демон, как мы решим с тобой вопрос? Он живет в этом доме. Ему что, ходить с маячком и показывать? Я со мной, ко мне не надо воронку кидать или как? Я не хочу просто, если ты хочешь со мной второй раз встретиться, пожалуйста, но я уже не буду таким дружелюбным. Как мы эту ситуацию будем решать с тобой? Я не влажу в этот дом, меня интересует его единственная, его комната. Вот, но если ты будешь... Он не влазит в комнату. Я понимаю, но Валерий попросил нас очистить его биополе. Если я тебя в следующий раз найду в этом биополе, что я сделаю? Давай, я предлагаю варианты. Он говорит, что я пойду его стороной. Хорошо, демон, я это и хотел услышать. Все, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. И ставь огненную пентаграмму. Готов. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. У меня здесь такой интересный арбалет со стрелой и гуманоид Ориона. 12 дней сидел. В принципе, он объяснил все ситуации. Я не знаю, посмотри, как ты решишь такие. Он объяснил, как защищаться. Отпускай. Да, он объяснил, как защищаться. Я поэтому хотел тебя спросить. Благодарю тебя. Хорошо, гуманоид, за ценную информацию. Все равно благодарность. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И гуманоид уходит на свою частоту. Закрывая печать. Он спрашивает, вернешь ли ты ему оружие. Ну, а как я
могу быть уверен в том, что ты его не используешь второй раз в этих же целях с этим человеком? У вас же нет много такого... других, где я могу использовать свое оружие. Ли, я могу вернуть ему его оружие? Нет оружия уничтожить. Все. Это будет ему уроком. Хорошо, ты слышал, гуманоид, это будет тебе уроком. Готов уходить или нет? Готов. Открывается наверху портал на чистоте гуманоида 1, 2, 3. И гуманоид уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Хороший урок, правильно. Все, что у нас там в клетке осталось? Вот это воронка, стрела и арбалет, да? Воронка и демон ушел. Осталась стрела и арбалет. Ха, правильно, он со своей воронкой ушел. Осталась стрела и арбалет, и под стрелой и арбалетом открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И эти артефакты уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Валерий, как вы себя чувствуете? Плечо все отпустило? На этих высотах закачка энергиями, чувствуешь себя прекрасно. Про плечо уже забыл. Отлично. Хорошо. Переходим к куратору. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в нашу комнату диагностики прийти куратора или учителя Валерия. У Валерия ангельские энергии, он расправляет крылья, он это знает, и пришел к нему друг. Хорошо, мы приезд, снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем друга Валерия. Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Благодарю вас за эту встречу. Очень радует эти энергии, наполняясь ими в вашей комнате диагностики. Благодарим Очень вас. Привычная атмосфера. Меня зовут Платон. Платон. И я друг и куратор Валерия в этом воплощении. Благодарю вас, уважаемый Платон. Мы сегодня проводили проверку Валерия. Вы уже в курсе, вытащили из него там. Но я вас, безусловно, не из-за этого пригласил. 10 вопросов написал Валерий. Мы заставляли его несколько раз переписывать эти вопросы для того, чтобы вы их поняли. Потому что так, как они были тогда сформулированы, вы бы навряд ли ответили. Да, небольшой сумбур в голове присутствует. Благодарю вас. Я тогда, с вашего разрешения, начинаю с первого вопроса. Пожалуйста. Первый вопрос. Откуда моя душа? Ангельская душа. С ангельского уровня. Благодарю вас. Пока лишь могу отдать эту информацию. Он спросил только, откуда его душа. Второй вопрос. Сколько негативной энергии я набрал? 20%. Ты набрал много энергии, тормозя свое развитие. И хватаясь за несколько дел сразу. Много идей в голове. Съедает твой правильный план и направление. Не надо захламлять свои мысли. Облегчи свои мысли. И тогда твой путь будет облегчен, зная, куда ты идешь. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Платон. Третий вопрос. На каком уровне находится мое высшее я и мой ангельский уровень? 9 уровень ангельский, 10 высшее я. 4 вопрос. Я зачитываю просто вопросы, как он их написал. Поэтому, возможно ли воссоздать то устройство для выработки энергии, что было изобретено Никола Тесла на 12 радиолампах и помещено в автомобиль? Это общий вопрос, и ответ будет общий. Раз такое устройство было создано, значит, это возможно. Абсолютно верно, как поставлен вопрос. Так, на него и отвечено. Благодарю вас, уважаемый Платон. Можем дальше продолжать или вы хотели добавить? Продолжай. 5 вопрос. Как я просто не знаю, что здесь добавить. Я тоже не знаю. 5 вопрос. Как правильно и безопасно задавать вопросы энергоинформационному полю Земли? Ты должен понимать, что задавая вопрос энергоинформационному полю Земли, ты можешь получить любой ответ, так как ответ может прийти от любого субъекта, объекта, цивилизации, представителя цивилизации, который находится сейчас в момент задачи вопроса в матрице Земли. Ты должен четко знать, кому ты задаешь свой вопрос.
мне, своему высшему Я, хроники Акаши, или же другим представителям, информационным носителям. Это первое условие, которое должно быть соблюдено. Ты точно должен знать, кому ты задаешь вопрос. Вопрос должен быть правильный и короткий. Это второе условие. Третьим, нужно знать, как получать ответ. Ответ иногда идет напрямую, сразу же. Информация, если ты владеешь яснослышанием. Или же знаками вокруг тебя, которые ты должен понимать. Вот это вкратце ответ на этот вопрос. Вы имели в виду сейчас ангельскую нумерологию, скорее всего, да? Или в этом направлении? Не обязательно. Не обязательно. Одно конечно. Из них. Да, знаки идут постоянно, их важно. Но их нужно понимать, как я уже сказал. Это может быть подтверждением или же одинаковыми словами из источников, которых ты не воспринимаешь. Много разных знаков идет в ответ. У вас есть глаза, уши и другие чувства. Яснознание, яснослышание, ясновидение. Это три ваших основных источников получения информации и знаков. Благодарю вас, уважаемый Платон. Можно переходить к шестому вопросу, если вы закончили здесь, конечно, или хотели добавить. Да, я закончил. Шестой вопрос. Как связаться со своим другом-ангелом? Позвать меня по имени и задать мне четкий вопрос. Расслабиться и услышать мой ответ. Если услышать не получается, смотреть на знаки вокруг себя. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Как правильно активировать мое зрение, чтобы видеть патологии органов и тканей? Нельзя просто активировать свое зрение. Зрение развивается с развитием души. Все это делается в спокойствии ума и тела, и души. Должно быть тройное спокойствие, свободное место, чистота воздуха. Не должно быть спешки. Практикуя такую медитацию, развивается яснослышание. Крупинка за крупинкой, деталька за деталькой, день за днем. Поток информации открывается шире, ярче. Может быть, не сразу понятно, но все встает на свои места день за днем, как я уже сказал. Спешки такие практики не делаются. Благодарю вас. Я перехожу, с вашего позволения, к восьмому вопросу. Он написал, как правильно развитие моей души в области ясновидения, на чем сделать усилия. Я не знаю, не совсем понимаю вопрос. Может быть, он имел в виду, как правильно развивать мою душу в области ясновидения, на чем сделать усилия. Я просто могу прочитать. Именно в этом причина ступора и перекрытия ясновидения. Здесь не нужно делать усилия. Как я уже сказал, нужно развиваться легко и облегчить свой ум. Облегчить свой ум от многих тяжелых мыслей. Только легкость развития ведет к прогрессу. Делая усилия, ты накладываешь тяжесть и закрываешь себе этот канал. Я благодарю вас. Девятый вопрос. В каких годах было воплощение моей души на Земле? И один пример. У тебя было 7 воплощений на Земле. Я не буду перечислять года. Просмотрю лишь одну жизнь на Земле. Вот правильно мне подсказывает. Идет информация, что посмотреть года своей жизни ты уже в состоянии сам. 1024 год. До нашей эры. Вы сами должны понимать, что это значит. Да. А какая страна, чем он занимался? Это Греция. Греция. Занимался философией, как и многие в те времена. Философические знания шли от атлантов, которые жили
то же время остатки их. Секунду. Знания шли о другой цивилизации и соприкасались с новой цивилизацией. Многие стали тогда философами на основе знаний атлантов. Вот этого я действительно не знал. Это даже для меня очень интересно было узнать. Благодарю вас за эту информацию. Платон, ваше имя тоже греческое. Это у нас был древний философ Платон. Я никак не связан с ним. Хорошо, я прошу прощения. Благодарю вас. Очень интересно. Вы позволите дальше продолжать? Да. Десятый вопрос, последний. Что можно воплотить в этом воплощении для развития моей души? Может быть, как раз философия будет тебе близка, так как ты проходил уже эти знания. Попробуй пойти этим путем, анализируя философов, их высказывания, находя ответы там, чтобы развивать душу и вести ее по пути осознания, не обязательно что-то воплощать до момента, когда ты не будешь готов. Тебе нужно многое вспомнить, изучить, как я уже сказал, освободить ум от лишних энергий и груза, а также успокоиться. Спокойствие вокруг тебя очень важно для твоих практик. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Платон. Вопросов у нас больше нет. Если вы хотели сейчас активировать его ангельский стержень или что-то от себя добавить, это был бы самый лучший момент. И я подскажу очень легкий способ активации ангельского стержня. Пожалуйста. Думай о нем и представляй его внутри себя. Тебе, чтобы сконцентрироваться, секунду. А я объясню, почему я так говорю, иначе ты не поймешь. Чтобы сконцентрироваться тебе, закрой глаза, спустись внутрь себя, увидь свой стержень из ангельских белых светлых энергий и сделай хлопок. Этим ты активируешь энергии и почувствуешь их внутри себя. А теперь я объясню, почему это форма активации подойдет именно для тебя. Как я уже сказал, в твоей голове много мусора и разных мелочей, которые тормозят твое развитие. Ты не можешь сконцентрироваться на определенных практиках. Начиная это делать, ты погружаешься в свои мелкие мысли, которые кружатся вокруг и не дают тебе расслабиться и находиться в состоянии покоя. Именно хлопком ты возвращаешься к своей главной мысли активации души и своего стержня. Твой стержень активирован на данный момент, но проходя эту практику, ты поймешь, что за 2-3-4 секунды твои мысли ушли в разные другие стороны, и ты подумал о тысяче мелочах. Поэтому сделай хлопок и верни себя к тому, о чем ты думаешь и на чем ты концентрируешься. Благодарю. Благодарим мы вас за этот очень замечательный совет, уважаемый Платон. Вопросов больше нет. Единственное осталось заключительное слово от нас. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. В английском мире ее давно уже знают. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешение уважаемого Платона, можем ли мы передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за его помощь, за эти советы, которые он дал своему подопечному. Ну и на добрые воспоминания. Какая замечательная традиция. Мало того, что эти энергии очень мягкие и чистые, такой волшебный подарок мне будет очень приятен. Я чувствую себя в кругу друзей. Так и есть. Мы чувствуем ваши энергии. В конце концов, мы все здесь ангелы. Именно так. Нам очень приятно. Я не говорю «прощайте». Возможно, у Валерия когда-то созреет желание встретиться со своим высшим «я», и в таком случае мы всегда приглашаем куратора на эту встречу. Я говорю «до скорых встреч, уважаемый Платон». Еще раз примите благодарность нашу искреннюю.
И всего вам наилучших высоких вибраций, чистых энергий. Я думаю, что я достаточно объяснил сегодня, чтобы быть с Валерием на более близкой связи, так как я часто слышу его, если его ум не перескакивает с одного на другое, засоряя волну. А с сегодняшнего дня и работы над собой Валерий сможет также услышать меня или найти подсказки вокруг него. Благодарю вас за эту встречу. Благодарю вас. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Валерий, мы закончили встречу с вашим куратором. Как вам встреча? Вы все поняли? Очень интересная встреча. Я учту все его советы и пожелания. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в ваш биоробот. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Валерия в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. И отключайся от объекта и переноси свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.